И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и мой сын Ярик, и сегодня мы играем в Roblox «Стихийные бедствия», будем выживать как можем и чем можем. Ярик, тебе слова. Всем привет, передаю приветы Дане, Олегу и Диме. Все красавчики. Так. Блин, у меня ножки такие маленькие. Ножки такие маленькие, а туловище по сравнению с ногами, не знаю что. Ты же мужик, мужики такие должны быть, ножки маленькие, плечи здоровые. Блин, а кислотный дождь. Он рушит здание или нет? Рушит. Ну тогда все стоит тут на нижних этажах. Они все спускаются вниз, боятся. Боятся кислотного дождя. А если выйти на улицу, визабл. А если встать хп будет выходить? Да, еще как будет. Не стой тогда там. Тут кислота налита, значит. Я понял. А мы это мы поживем, проживем легко вообще, тут не о чем. Кошка сидит. Костяка. Костяки нам тут принесла, да? О, я нашел место для выживания. Красота только. Ее видно? Давайте я вам покажу, что здесь у нас за чудо природы сидит. Будет помогать нам играть. Ай, блин, дождик. Дождик капает. Она не сбегает. Ксюшенька, ты куда? Не надо. Все, кислота. Тут она никак не нальется. Рухнет. Где зеленый, не надо стоять. Я знаю, там сейчас разрушится. Представь, это промочило здание кислотой полностью. Сейчас до вас достает. А! Ярик, нет, куда ты побежал? А, да, правильно, сюда. Да, где зеленый, нельзя. Сейчас уже чуть-чуть, и вы выживете. Сейчас, еще чуть-чуть. Чуть-чуточку. Сегодня я певец от бога. У него нет той жизни, как он живет, читер. Ай, тут нема читера, Ярик. Может, если... Ребята, напишите в комментариях, есть ли в Роблоксе читеры. Вот это будет интересно мне. Так. Сейчас за карта будет интересная. Так, сейчас я наколдую карту. Спрыгивай, умри, чтобы жизни полные были. Спрыгни, да. Мне написали подписчики, надо умирать сюда, чтобы заново были полные жизни. Надо успеть, пока карту новая не заспамнит. О! Успели. Арт-пак. Смотрим, я видел такую карту? Я не знаю сам. О! Классная карта. Я такую не видел тоже. Может, это новая карта какая-то? Я не видел. Там статуя стоит. Ой, сюда можно забраться. Во, Ярик, стой тут. Если о, будет поток... Луна. А, живой, а? Живой. О, вот. Под руку ему стань, под руку. Во. Вот, теперь... Вот это нычка. Теперь точно метеор сюда. О, так сюда метеор не пытается. А может это как в Half-Life? Ближе так подвинусь. О, блин, это как в Half-Life отметка. Там знак L. Как ярлык Half-Life. Тут то же самое. Нарисован ярлык Half-Life, а это нычка повстанцев. Ну понятно, мы же в Half-Life. Саша, она прям лезет в камеру, она хочет попадать вместе с нами в ролик. Я тебе серьезно говорю? Она прям на руках сидит, и когда я пускаю, она мне на когтями типа, давай выше поднимай руку. Она такая, она на тебя смотрит. Она очень красивая, я смотрю на экран второй, как мы записываем. Она очень красивая. А в реальности еще красивее. Ты живой, Ярик? Да. Как думаешь, проживем? Проживем, да. Главное, не двигайся. Не, можно двигаться тут. Ну, имею в виду назад не сдавать, но тут твое место займут, и ты больше не сможешь там встать и умрешь. О, девочка пришла с шариком. А вдруг это Боломбой пришел сюда и замаскировался? 20 лет спустя. А, живые! Я люблю так делать, я так люблю это делать. Yes. Ярик любит смотреть на тот экранчик второй у нас. Yes, так, yes, что yes. Сейчас будет за картой «Стихийные бедствия»? Интересненько. Кстати, ребята, чуть не забыл вам пожелать приятного аппетита. Блин, левой рукой беру, опасно, до слез. Ксюша будет чай пить, смотри. А у меня же немного, мне не обязательно их восстанавливать. Потом. Чуть не разлил чаище. Как я был записывал, на клавиатуру разлил чуть-чуть чая. Ксюша. Определяйся уже с местом жительства. Определяйся. Ой, тучи. Да, что сейчас будет, а ну-ка? Так, дайте я угадаю. Снегопад. Как ты знал? Блин, а везде снег насыпает, на снег нельзя насыпать. Ксюша, это очень вкусно.
Особенно твоя шерсть. Любишь Ксюшину шерсть? Нет. И я не люблю, но она вкусная. О, я нашел место. Сено. Видите? Сено вообще... Ни о чем. Вообще, снег тут ни о чем. Пришла Ксюша нам в руки, и мы с Яриком носы чухаем теперь. Спасибо тебе, Ксюша, за чесание носа. А может, она наколдовала? Прах тебе дох, чухайся нос? Да. Наколдовала. О, так тут... Все, пережили. Смотри, Ярик, сейчас еще, не знаю, меньше минуты, и все, и выжили. Смотри. Блин, у меня самого нос чешется. Мы с Яриком будем по очереди нос чесать. Ксюша, убери свою магию. Какая магия? Мы ее любим. Пусть нос чешется, но я все равно люблю. О, я нашел место под балкой. Она тебе по голове дала. Все, вы выжили, смотри. Ну, 3, 2, 1. Ярик, ты сейчас умрешь, ну не надо. Аккуратненько. Блин, надо было на... У нас самая главная цель — ни разу не умереть. Можем? Мы уже 2 раунда подряд живые. Да. Так, Ксюша, убери свою магию. Какая-то магия, это природа. Кошка линяет, в нос попадает, нос у нас чешется, и мы думаем, что это магия. Ты чихаешь нос, и мне теперь чешется нос. Будем в очереди носы чихать, что ли? Я так не хочу. А я хочу. Ты когда чухаешь, мне говори, а потом я буду, будем по очереди. Я чухаю. Я чихаю. Блин, такое чухаю. Знаешь, что будет землетрясение? Надо было тебе умереть, у тебя жизни мало осталось. Ну и что? Так прикольно. Нет. Да хотя если сейчас ветер будет... сильный ветер. Сильный ветер будет? Да, вот. Все, выбегай из здания, оно сейчас будет рушиться. Серьезно говорю? Да ладно. Да, выбегай из здания, оно сейчас все разрушится полностью. Выбегай. Блин, еще и с высока спрыгнул. А... Беги, прям далеко от здания убегай. О, я знаю, за манекен можно спрятаться. Какой-то манекен, это человек настоящий. Нет! Отойди дальше, смотри на здание. Отойди дальше. Оно в эту сторону сыпется, значит, нужно сюда отходить. Без разницы, мне кажется, оно будет все равно разрушаться. Сейчас еще чуть-чуть. Смотри, не упади, Ярик. Братненько, у нас же миссия, ни одного ни разу не умереть. Заговариваюсь уже немножко. Кстати, вот, там земля ниже, не настоящая. Да? Да, я уже много раз пытался туда попасть. Понятно. А вот тут земля на первом ряду, все на... Смотри, здание рушится. Балки, он кому-то по голове. О, он теперь брейк лобает. Да, это я так говорю, брейк лобает. А что, я же... Смотри, по головам, хорошо ты тут стал, ты молодец. Да, я же говорю, оно все в ту сторону сыпется. Молодчик. Так, ждем. Кстати, вот эти куски, они безопасны. Они на меня никогда не попадают. Еще рушится здание. По людям бьет. По головам лупит. Смотри. Брейк, никто не будет больше ломать? Я не знаю. Не подходи, Ярик, не иди туда, не иди. Серьезно, или сейчас с этого здания тебе упадет. За зданием, где ты стоял, смотри, не упади только. Аккуратненько. А, можно сюда же встать, туда. О, я нашел место, смотри. О, кустик, спаси. Люблю так делать, очень сильно. Я тоже. О, 19 поинтов дали. А за что? За то, что я сказала так, как ты. Ой, блин, а то учили. Ксюшу плохо видно, я держу, одни ушки торчат. Все. Я умираю, чтобы жизни восстановились. Да, надо сразу прыгать, как только появляюсь. Sky Tower. Опять? Звездная башня. Ой, небесная башня. А я специально неправильно сказал. Я знаю твои неправильно. Или правильно перевести — башня в небо. Sky. Как Sky переводится? А по-английски бывает слова заданы наперед при переводе становятся. Чтобы смысл не утерироваться. Потому что если дословно переводить, бывает глупо звучит. Не знал? Нет. Вы еще в школе не проходили это? Не. Так слушай меня. Я тебе сейчас расскажу. А как Sky переводится? Небо. А Tor? Башня. Ну, небесная вышка. Sky Tower. Что сейчас будет? О, кнопочка. Нет, это маяк. Для того, чтобы вертолеты летали, выделились высоко. Рушится! А что рушится? Землетрясение.
Ничего, у меня есть план. Какой? Умереть на высоте? Нет, сейчас здания будут падать, я прыгну с него. Давай. Так, самое сначала. А, эта вышка не рушится, но. Рушится! Вы сейчас умрете, смотри! Ля-ля-ля! Спрыгивай вниз, там есть уровень! Спрыгивай, спускайся, да, вот так вот. Вон, видишь, там вот слева есть постамент такой, туда, да, спрыгивай. Ну, вот сюда. Вот сюда. Пытайся ниже слазить, пытайся. Я просто наугад. Прыгай и беги вниз. Это высоко будет, ты умрешь. Вот так вот. Все. Сюда. Так, ребята, даже жизни, считай, не потратились у тебя. Так, все, под контролем. Контролируй. Хилстон, все. Прыгай, чтобы тебя не убило. О. Ты будешь сноубордить. Не, я прыгаю. Вот это ты певец. Отойди лучше от здания, сейчас все по голове тебе что-то ударит. А, его уже нет. И в этот раз мы выжили с тобой. И в тот раз. И в тот мы уже 4 раза. Мы еще ни разу не проиграли. Мы уже 4 раза подряд. Проиграли ей. О! Ярик, вот так меня было убило, заглючило, меня подкинуло в небо, я умер сразу. Стекла падают. Как можно было с разрушенного здания выйти? Ты смог. А я тебе сейчас расскажу. Как я обычно делаю? О, опять 25 поинтов дали. 25? Да. Тоже украинский язык у меня уже пошел. Так. Быстрее надо пройти. Ребята, если хотите, чтобы мы больше записывали с сыном, ставьте плюсик. Или пишите «Играть с сыном», и мы будем больше игр разнообразных писать с сыном. И кроме плюсика и комментария, лайк ставьте. Вот и все, ребята. Будущий ютубер. И пишите «Димас ТВ» самый лучший. А Ярик? Ну и Ярик самый лучший. Вот, это другое дело. И про меня еще стишок сделали. Я забыл уже. Как тут подниматься? «Димас класс, Ярик класс, кто не верит, Фокси фас». Да? Я помню его. Кто не услышал Фокси фас. Да, ну это прикольно было. Спасибо подписчикам, кто вообще креативно подходит к этому делу и пишет приятные нам стишочки. Потому что мы что их делаем, Ярик? Лайкаем. Любим. Ну и любим. Ты можешь взлетать. Не, наверное, нельзя взлетать. На какой... Сейчас будет наводнение, скорее всего. Ой, блин, если... Сейчас... На вышку лучше лезь, лучше слезешь. Вдруг будет что-то. Сильный ветер? Флэш-фуд. Флут. А уже было вроде флэш-флут, да, Ярик? Нет. Это был тогда вроде снегопад или что это было тогда? Не снегопад на такой карте. А без разницы, рандомно. Рандом-дом. Рандон-дон, да-да-да. Ой, я на танке. Слышь, мурчит жесть, когтяками меня в руку впивается. Блин! А! Ярик, лезь, никого не ведись, лезь. А, другую вы! Другую, быстрей. Вышка упала! Ай, блин, Ярик! А мы сюда не запрыгнем. Нет, прощайте, друзья. Ну еще один раз можно умереть. Как я обычно говорю, мы специально умерли. А мы два раза, у нас есть 3 жизни, он теперь 2. О, уже 3 жизни, видите, ребята, у нас меняется все на ходу, уже 3 жизни у нас. Но никто не выжил. Ни один человек, первый раз я такое вижу. Потому что там мне было нереально. О, смотри, мы в топе. Мы в топе? Да, вот. Не, в топе это первая тройка или даже единица. А мы сейчас перегоним всех. Так, мы это школа. О, школа, блин, каникулы и учиться опять. Да, Николаевна. Потом в школе будут рассказывать, что ты учительницу вспоминаешь в роликах. Будут все смеяться из тебя. Так, Светлана Николаевна, блин, я не могу сесть за парту. Не надо. Ты наказан стоять. Стой до конца урока. Хорошо. Стой, Николаевна, можно в туалет? О, ребят, напишите в комментариях, у кого как учительницу зовут. Реально бывают такие смешные имена, мне так смеяться хочется. Да вот интересно. Блин, я только что брейк лобал. Убегай из дому. Убегай, быстрей. А, это нет, метеоры падают. Быстрей. Прячься. Беги лучше в ту сторону здания. О, в школу можно зайти, в класс, там самая безопасная точка. Видишь, тут вообще практически Ксюшенька. Ничего не хочет рушиться. Ксюша думает, нет, так не пойдет, я мало попадаю в кадр. Она вообще в кадр. Она уже решила вот так вот, короче, ребята, прям вообще высунуться.
А вообще она решила вот так уж аж высунуться, чтобы попадать. Будет опять Эрик у тебя шерсть в носу. Поцарапает, поцарапает. Ого, она уже, да, здоровая у нас? Да, паркурщица маленькая. Паркурщица. Ксюша паркурщица. Ой, я нашел точку, вот. Этот класс. И вот эта точка вот в углу тут. Угу. Тут безопасно. Вот. Сейчас посмотрим, проживем или нет. Один раз всего. Еще у нас две жизни есть. Да, еще два раза можем пройти. Вот тут стоит, да, тут еще более безопасно все. Тут еще... Не, я знаю, Димон мне показывал места, где сам. Самое безопасное место это вот. Как ты знал? Надь! Вот тебе безопасно. Нет, все, оно уже не безопасное, Ярик. Ты один раз в жизни была безопасна. Бью лучше в класс, где ты был. Не, я где не. А, еще другая лестница есть. Может, он за эту лестницу говорил? Выжил, ты выжил. Да! Я так люблю так делать. А, 30 поинтов дали. Каждый раз все... А ну пошли посмотрим, на каком мы месте. Прыгать не надо, жизни у нас много, не надо спрыгивать. Это... А ну пошли быстрее, на каком месте мы посмотрим. Так. Раз, два, три, четыре. На пятом месте. На третьем. Мы на третьем. Можно еще раз сделать. Ван. Ого, смерч! Убегай! Убегай, убегай! Просто беги, 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 беги! Не прыгай, просто беги! Не прыгай, ты тогда медленнее бежишь. Shift не катит здесь? Shift работает? Не. А, тут же Shift переключать. Просто беги, беги, беги! Все, стой! Стой, смотри, контроль! Ребята, это смерч! Настоящий смерч! Не иди, не иди, не иди! Стой, 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 стой! Он сюда идет. Смотри, а! Он сюда идет. Нет, он не сюда идет. Вау, класс! Самое прикольное... Стихийное бедствие — это смерч. Смотри, трейлер поднимает! Трейлер. Трейлер сейчас разорби... Он раз сюда не дойдет, Ярик, он сюда не дойдет. Он сюда не дойдет. Просто смотри на него, ничего не делай, скажу, куда бежать. Если ты будешь слушать меня, я говорю, мы выживем с тобой, 100%. Я уже выживал один раз смерч. Смерч. Ух, падает как! Ну, самое главное то, что в смерче он может и... У него... Не иди туда, Ярик, ну ты слышишь меня? Не иди туда, назад вернись. Ты меня не слышишь иногда, ты хочешь проиграть? Вот метка, метка. Смотри, смотри за смерчем, не отвлекайся, Ярик. Так, направо беги, вот туда, да, беги. Беги, 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 сюда, 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 беги, беги, беги. Все, стой, стой здесь. Все, ничего не делай, он к тебе сюда не придет. Он просто покрутится, сейчас немножко левее пойдет, он сюда не придет. Это такая точка невозврата, где смерча не приходят. У нас сегодня какие-то странные языки. А откуда ты знаешь, что смерч сюда не придет? Я уже один раз смерч пережил, я знаю. Красавчики! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ярик? Всем пока!